Алис компания представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Ничего себе. Поехали. Здравствуйте. Я хочу познакомить вас с игрой «Форма плюс половинки». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыш и компания», город Киров. Эта игра научит детей сравнивать предметы по форме и цвету, находить части целого, развить комбинаторные способности, мелкую моторику и пространственное мышление. В игре имеются 4 карты, выполненные из плотного картона. Перед началом игры рассмотрите внимательно карты вместе с детьми, прочитайте стихотворение. Ой, как интересно! Круто! Далее предложите ребенку вложить рубные детали на карту в соответствии с их формой и цветом. Прикольно! Усложнением игры является поле со стрелкой. Классно! Детям необходимо поиграть по простым правилам. Например, мы вращаем стрелку, она указывает на сектор квадрат. Ребенок выбирает квадрат нужной формы и цвета и вставляет в карту. Ой, как здорово! Далее мы выбираем предмет по двум признакам. Вращая стрелку, стрелка показывает на то, что это должен быть кружок зеленого цвета. То есть на карте, когда мы уже достанем все карты, этот кружок, вот мы нашли. Очень классно! Ребенок должен вложить его на карту в соответствии с формой. Очень интересно. Например, прямоугольник зеленый. Так, вот он у нас уже здесь. Таким образом. Следующей частью игры являются парные картинки, которые нужно сложить из половинок. Например, ой, как интересно. Парные картинки с пазловым замком, чтобы картинка не распадалась. После того, как ребенок сложил картинки из частей, мы предлагаем сравнить эти предметы. В игре 20 половинок, то есть 5 пар предметов. Вау! Зайчик. Ничего себе! Следующим вариантом игры является тангран для малышей. Мы используем вот эти грубные детали разной формы и разного цвета для того, чтобы можно было составить изображение. Первый этап, самый простой, мы вкладываем на лист фигуры разной формы, где на рисунке показан контур этого рисунка. Здесь все достаточно просто. О! Так. Тут еще у нас треугольник еще один. Далее ребенок может, кто умеет читать, прочитать слово, обвести его. У меня такого нет. Тут что-то и нарисовать. Следующим этапом этого танграма является составление изображения без контурных линий. Ух ты! То есть мы не видим, из каких фигур, например, должна состоять вот этот цветок, стебелек цветка. Ребенок должен догадаться. Самое убивающее. То есть есть усложнение игры. Давайте рассмотрим, какие, значит, у нас здесь есть поезд на оборотной стороне. Игода. Башня, флаг, рыба, здесь ключ. Сложная достаточно картиночка. И 12 заданий. 6 листочков, 200. Алис компания представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится.
Ничего себе! Поехали! Бум!